в Екатеринбурге, скрепный самолет, принадлежащий Министерству обороны РФ Ту-134, во время осуществления учебно-тренировочного полета, при взлете задел световое оборудование взлетной полосы, а именно фонари. В Центральном военном округе сообщили, что никто не пострадал, чего нельзя сказать о нижнем белье экипажа. Позже в МОРФ сообщили, что мол фонари были сбиты якобы реактивным потоком самолета, а предыдущая версия событий, которая была описана выше, мол это вам все просто показалось. Было место быть, так сказать, зрительной и групповой галлюцинацией. Что означает, я не я и хата не моя. И вообще, это не мы, нас там нет. В Охотском море российское рыболовецкое судно протаранило в территориальных водах Японии, в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо японское судно, в результате чего трое японских моряков погибли. Промысловое судно по добыче краба Дайхати Хокамару водоизмещением около 10 тонн с пятью членами экипажа на борту был протаранен российским кораблем «Амур», водоизмещением 662 тонны с командой 23 моряка. После столкновения японское судно перевернулось. Трое японских моряков погибли. Японские власти начали расследование данного ЧП. И снова скрепа КРЖ натворила делов в космосе. А именно, российский космонавт на Международной космической станции проткнул скрепкой свой скафандр. МДА, в этой новости все скрипно наша скрепная скрепа в виде скрепки, плюс прилагающийся к ней российский космонавт, и не имеющий аналогов наш скафандр под громким названием «Орлан». И сделал он это как раз при проверке оного скафандра перед выходом в космос. Видать, перед этим он просто его забыл осенить крестным знаменем, поцеловать икону или на дорогу водиться святой хлебануть, вот он и обиделся, так сказать, укололся скрепой. Укололся и забылся. Следующий эпизод у нас про скрепный мостопад. В России, в населенном пункте с громким названием Халуй, который находится в Южском районе, обрушился мост. Единственный мост, ведущий к данному населенному пункту. Теперь самый быстрый способ перебраться с одной стороны на другую только на лодке. Мост не выдержав обрушился под тяжестью грузовика КАМАЗ, который попытался по нему проехать. Перебраться планировали еще несколько таких грузовиков. Собравшиеся вокруг моста местные говорили, рано или поздно это все равно бы случилось. Старый мост, который то и дело, что постоянно спустя рукава латали, все равно долго бы не простоял, и рано или поздно бы упал. Просто повезло, что именно в этот момент на рухнувшем мосту не было людей. Ну и немного про парадоксы. В России горел склад с водой. В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на складе по хранению бутилированной воды, расположенном на улице Вавилова в региональном центре. Пожар был такой силы, что столб черного дыма был виден из разных районов города. Площадь пожара составляла несколько тысяч квадратных метров. А также в результате пожара произошло обрушение крыши склада. В общем, воду водой тушили 74 спасателя и аж 24 единицы техники. Жуть. Что дальше? Киоск со спасательными жилетами утонет. Хотя, помнится не так давно, горел склад с огнеупорными, так сказать, противопожарными материалами. Так вот тот склад тоже сгорел полностью, вместе с материалами. Ну и по мелочи. В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. На территории города-курорта Туапсе произошел разлив нефти прямо в море. Также на севере РФ, очередная экологическая катастрофа. Нефть из трубопровода компании «Лукойл» попала в реку Колву в Ненецком автономном округе. Через шесть дней по рекам Мусы и Печора она дошла до села Усть-Цильма в республике Коми. Преодолев еще 400 километров, в ближайшее время нефтяное пятно доберется и до Баренцева моря. Напомню, разливы нефти из-за изношенности трубопроводов происходят в коме регулярно, но сделать с этим власти почему-то ничего не могут или попросту не хотят. Также лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе и в других регионах страны превысили критические отметки. Они впервые с объявления пожара опасного периода по площади возгорания превысили сотню тысяч гектаров. У берегов оккупированного Крыма волонтеры все больше обнаруживают мертвых дельфинов. Все трупы были с грузами на хвостах. По мнению специалистов, таким образом преступники и оккупанты заметают следы своей деятельности в Черном море. После оккупации Крыма путинской Россией, волонтерами были зафиксированы 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за попадания в рыболовные снасти, прежде всего, жаберные и тральные сети. Чтобы избавиться от улик, рыболовы попросту топят их с грузом на хвостах а в Хвойнинском районе Новгородской области РФ по вине российских электриков погибли два медведя и лось. Трое животных, два медведя и один лось, погибли по вине электриков. Электропроводы слишком низко были повешены, электрики их почему-то не натянули должным образом. Проводы просто висели на двух коротких палках. К ним просто приделали изоляторы, и все. Видимо, убило сначала лося. А потом на его запах пришли медведи. Их также убило. В охраняемом монтажно-заправочном корпусе космодрома Байконур, где уже много лет стоит космический корабль «Буран», проникли неизвестные и обрисовали его граффити. Разукрасили птичку, так сказать, буревестник гибели «Совка». В российских СМИ сообщается, что, мол, вандалы проникли на одну из площадок космодрома Байконур и расписали граффити недостроенный корабль «Буран». Правда, вандалы здесь скорее те, кто истребил под корень эту самую космическую отрасль, которая нам досталась в наследство после распада Союза. А вольные художники просто положили цветы на могилу прошлых достижений и бесперспективного будущего путинской отдельной цивилизации. Кстати, на днях было объявлено, что нашелся очередной миллиард украденных из Роскосмоса денег, в далеких Арабских Эмиратах. Так что неудивительно, что Буран догнивает в разваливающемся цехе, а российский космос теперь занимается ширпотребом и будет ассоциироваться с водкой «Поехали». Ибо, как сообщили в самом Роскосмосе, он начнет торговать алкоголем и бельем. Постскриптум. Хотя все российские СМИ написали, что это мол, тот самый Буран. Но вынужден вам сообщить, что это не так. Это не тот космический корабль Буран, который один раз слетал в космос. Поскольку он стоит в монтажно-заправочном комплексе, соответственно это означает, что это его макет дублер. А настоящий буран стоит недалеко, в другом месте. Примерно в одном километре от данного ангара. Стоит и догнивает в монтажно-испытательном комплексе, там где несколько лет назад обрушилась крыша. И к сожалению очень сильно повредила настоящий космический корабль «Буран», который в отличие от предыдущего макета таки летал в космос. А в это время, Дим Карагозин рассказывает всем, что в ближайшее время космонавты Роскосмоса высадятся на Луне и Марсе, а отечественный корабль с ядерным двигателем, подобных которому сегодня нет ни у кого в мире, со скоростью выше трех световых, совершит полет за пределы Солнечной системы. В общем, судя по всему, транзит аргентинской муки пока еще стабильно работает. После того, как недавно в России прошли трешевые соревнования по копанию могил на скорость под названием ⁇ Могильный беспредел ⁇ где участники соревнования так называемые кладмены на скорость рыли могилы, тем самым осуществляя борьбу за ценный приз. Победивший получил, нет ни гроб, и даже не место на кладбище, а всего лишь респект и уважуху других так называемых спортсменов-копателей, ну и конечно же немного денег. Так вот, на днях в Петербурге была подана заявка на проведение соревнований по заплыву в гробах. Данное мероприятие будет называться «Черные паруса», и эти состязания должны состояться в акватории реки Невы. А перед заплывом, организаторы соревнований планируют устроить забег с гробами, устроив, так сказать, двоеборье. Предлагаю пойти организаторам дальше, и устроить после забега и заплыва с гробами, согласно их же жанра соревнований, в конце он их же, самозакапывание. И тогда у них получится нормальное такое троеборье, причем с эпичным таким финалом. Вчера вблизи ливийского города Бенгази, контролируемого армией Хафтара, на авиабазе Бенина, во время крупного военного парада, потерпел крушение истребитель МиГ-21. Крушение произошло прямо на глазах приглашенных на сей парад представителей иностранных государств, поддерживающих мятежного фельдмаршала Халифу Хафтара, среди которых был и представитель России. Упавшим истребителем управлял целый хавторовский бригадный генерал Джамал Бинамер, который в результате инцидента погиб. Также в ходе мероприятия были продемонстрированы фронтовые бомбардировщики Су-24, а также истребители МиГ-29, переданные Российской Федерации преступнику Хафтару. Этот инцидент с падением МиГ-21 вновь осветил еще один важный вопрос: помимо гибели лучшего пилота Хафтара, который принимал активное участие во всех военных авантюрах преступника и мятежного фельдмаршала Хафтара. Напомним, в 2019 году который даже был сбит турецкими средствами ПВО, но тогда ему удалось выжить. Но не в этот раз. Так вот, вопрос о 14 бортах российских Су-24 и МиГ-29, которые от путинской России Хафтер получил в прошлом году. А собственных пилотов у Хафтера для них нет, и поэтому летали и продолжат летать на этих самолетах путинские пилоты, так называемые их там неты, которые учитываются там как типа обычные бойцы из ЧВК Вагнера. Опять же спешу напомнить, что в Ливии уже сбивали российский истребитель МиГ-29, подаренный их автору. Пилот чудом успел катапультироваться и остаться в живых. Его сбили на небольшой высоте, на расстоянии 70 километров от аэродрома его базирования. Пилот был русскоговорящим. О данном инциденте он снял короткое видео, на котором он рассказал, что его успели быстро эвакуировать с места падения.